Приветствую всех! В этом ролике я покажу и докажу вам, как армяне присваивают тюркские песни как армянские. Чтобы не иметь проблемы с авторскими правами, мы увеличили темп оригиналу и уменьшили темп плагиату, чтобы вам легче было узнать обе версии. Ну, что, начнем? Итак, подведем итоги. Кто присвоил тюркскую песню, вы это сами увидели. Здесь, я думаю, уже комментарии излишни. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Если вам понравился ролик, ставить палец вверх. Подпишись на канал Дады79. Спасибо за просмотр. До новых встреч!